Такое, скажи, пожалуйста. Ты собрался карантин нарушать, да? Ты гулять хочешь? Так ты понимаешь, что мы карантин-то нарушаем, Валькер? Гулять-то нельзя. Да, тем более там снег выпал. Смотри, кому хороший. Вон, ни птица не пролетит, ни машина не проедет. Валькер, все равно гулять хочешь, да? Скажи, мама, я хочу гулять. Скажи, мама, я хочу гулять. Или все-таки поспишь? Или все-таки пойдешь? Или все-таки полежишь? Или все-таки пойдешь? О. Ты понимаешь, что штраф может быть за нарушение карантина? Нарушаем? А, Валькер, скажи мне, нарушаем, да? Все, нарушитель ушел.